Друзья, всем привет! Автоподбор 25, Александр снова с вами, снова вещаю. Видео, как я говорил, будет выходить 2-3 раза в неделю. Итак, ребят, продолжаю показывать японские автомобили, стоимость японских автомобилей, наличие японских автомобилей. Кто еще не знает, чем я занимаюсь, а такие, поверьте, есть. Я автомобили с Японии не вожу, автомобили я не продаю. Автомобили я проверяю для вас. Проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей. Заходите на автомобили сайт drom.ru, сайты Авито, сайт Автору у нас не актуальны. Я ничего против них не имею, но поверьте, автомобили смотрим на сайте drom.ru. Зашли, ссылочку скопировали, мне отправили. Я для вас автомобиль проверил, сделал фото-видеоотчет по телефону, вам рассказал. Проверка автомобиля стоит не 5 тысяч, не 4 тысячи, не 10 тысяч, не 20 тысяч. 2 тысячи рублей стоит проверка одного автомобиля. Также не забываем подписываться на мой инстаграм, он будет прикреплен снизу на протяжении всего видео. Там больше автомобилей, там больше цен. Смотрим истории, истории выходят каждый день. То есть смотрим, собственно, что покупают, да, какие автомобили актуальны, сколько у народа денег. И не только, там не только про автомобили. Далее, ребят, автомобилей покупается очень много. Спрос на перевозку автомобилей очень большой. Транспортные компании города, они не справляются. Сейчас существует очередь. Очередь довольно большая. То есть по очереди, пишите мне в WhatsApp слово «прайс». Во-первых, вам придет сообщение, да, по моим услугам, что сколько стоит. Дальше. Прайс. Я отправлю вам прайс на перевозку автомобилей. Как автовозами, также ЖД, также морем. Но по цене нужно звонить и уточнять. По срокам нужно звонить и уточнять. Некоторые транспортные компании пользуются этим, да, то, что людям, в принципе, деваться некуда. Они завышают ценник. Допустим, ЖД-перевозки, перевозки морем, да, у них есть такое понятие приоритетная погрузка. Они просят плюс 25 тысяч рублей, да, чтобы ваш автомобиль погрузили быстрее. Сколько автомобилей стоять будут, я не знаю. То есть я автомобили не доставляю. Транспортной компании у меня нет. Вот, я просто сотрудничаю с транспортной компанией. Тут уже решать вам. Опять же, транспортная компания. Вот какую скажете транспортную компанию, туда вам автомобили поставим. Ладно, а теперь идем, смотрим цены. Так, давайте начнем, пробежимся быстренько по ценам. N-Box, автомобиль 2020 год, свежий автомобиль, 2 электродвери, Big Sinon, Cruise Control, 2 обогрева сидения, 695 тысяч рублей. 695. Бесключевой доступ, он закрыт, автомобиль уже на зимней резине. Сзади установлены сонары. Такой узнаваемый автомобиль. Вот подсказывают, пробег на автомобиле 600 километров. Не 600 тысяч, не 6 тысяч, а 600 километров. Рядом N-Box 16 год, на климате 500 тысяч. Разница, да, видите, кажется, несущественная. Летняя резина скоро, ребят, зимняя резина будет актуальная. Нужно будет приобретать. За ними стоят рабочие лошадки. Пробокс 2018 год, объем двигателя 1,5 литра, 715 тысяч. 3,5 балла, 120 тысяч пробег. Саксид, извиняюсь, но пробокс, саксид, то же самое. Один в один автомобили. Летняя резина, в основном автомобили приходят без литья. 16 год, 1,5 литра, 4 ВД. За 4 ВД стоимость не указана. Рядом стоит Mazda Demio, 16 год, 740 тысяч. Дизель. Туманки, штатное литье. Honda Fit. Honda Fit гибрид, друзья, с фитами тяжело. Автомобили подорожали, да и, знаете, не только фиты подорожали, все автомобили подорожали. Бесключевой доступ, комплектация F-очки, это у нас простая, гибрид. Гибриды, они идут 1,5-литровые, коробка передач, робот. Аукционная оценочка у нас идет R.
Рядом стоит Suzuki Ignis. Гибридное исполнение, литье, летняя резина. Знаете, Ignis, он со стороны смотрится вот прям высоковато. Да, вот сравни, допустим, тот же самый Ignis. Вот так, наверное, да? Ну, на камеру, может, не очень это будет видно, но поверьте. Что ж... О, первый автомобиль открытый. Чистейший салон, сзади подсветка, розетка 12 вольт. Багажное отделение. Вот это вот мне не нравится сзади. Придумали, не понять что. Дверная карта, пластик идет. Довольно неплохое место. На втором ряду сидений подлокотника нет. Симпатичный такой внешний вид. Подогревы, ручник на месте, варик. Тумблера такие, знаете, как в самолете. Симпатичный автомобиль, симпатичный. Так, а стоит он... он еще и 4 ВД, и стоимость у него 870 тысяч. Suzuki Solio, Delica D2, 16 год, 1.3, гибрид, стоимостью 785 тысяч рублей. Автомобиль не теряет свою популярность, набирает обороты все больше и больше. Я вам скажу по характеристикам, да, вот по динамике, вообще по езде. Мне очень понравился этот автомобиль, очень. И особенно мне понравился его расход топлива. Это 5 литров. У него офигенная крутая трансформация салона. Он очень удобный, комфортный. Ну, знаете, нет такого, то, что низкая какая-то посадка, как проваливаешься куда-то электродверь. Второй ряд сидений, он двигается. Сзади очень много места, удобные столики, крыша, потолок высокий, шторки. Полный руль идет, полный мультируль, две электродвери. Но единственное, круиз-контроль здесь, друзья, идет неактивный. Так, следующий автомобиль у нас Toyota Passo, старенький кузов, 10-й год, комплектация Hana. Линзы, туманочки. А цена не указана на автомобиль. Hi-Jet, 19-й год, i-Stop, пробег 11 тысяч километров, стоимость 625 тысяч. Honda Freed Spike, 4 ВД, 700, сейчас посмотрим, 750 тысяч. Друг лежит, греется, отдыхает. Хорошо ему. Рядом стоит Prius. 50-й, 51-й, 55-й кузова есть. 17-й год, 55-й кузов, 55-й, потому что 4 ВД, 1,240. Сиента, 16-й год, 1,5 литра, 4 ВД, 970 тысяч. Subaru Forester, стайлинг, 16-й год, 2 литра, 4 ВД. 4 ВД, сколько же он стоит? 1,700 стоил, вот что-то здесь подтерли. Зимняя резина, туманки, омыватель фар, система ISI, также бесключевой доступ, штатное литье. 2 литра вариатор. Toyota Corolla Axio, автомобиль 4 ВД. $870 тысяч.
Рядом стоит Алион, 10-й год, 1,5 литра, 900 тысяч рублей. Я аж замер на некоторое время. 10-й год, передний привод, 900 тысяч, R-ка, пробег 89. Охренеть. Краун. Но супер седан. 16-й год, 2,5, гибрид, аукцион, 2 миллиона. Вот приди и выложи 2 миллиона. Так, дальше оставим ряд на потом. Где-то у нас там были машинки подешевле. Смотрите, еще один инбокс. 16 год, 4 ВД, подогрев 500. 4 ВД. 515. О, отлично. 515 тысяч. Климат, подогревы, мультимедиа. Лист даже лежит. Листы нужно проверять. Также, ребят, есть аукционы USS, да. Закрыли они туда нормальный полноценный доступ. Ну, я, грубо говоря, да. То есть, если вы находите автомобиль в статистике, вы видите просто одну фотографию. Ничего не видите. Учитесь проверять. Вытащить сейчас можно все. Девяносто девятый, 4,5. 1,3. Вот такой вот монстр. Монстрище. Никто не желает себя приобрести. Не помню, что по цене стоит. Чудо японской техники. Шестнадцатый 465. Фрид плюс 18 год, 4 ВД, 1,270. Паджеро мини. Десятый год, 495. Лифт 4 дюйма. Лифт 4 дюйма. Подогрев сидений, перламутр. И перламутр, и подогрев сидений. Механика. Еще и механика. Ну все рассказали. А багажник закрыт, да? Смотрите, вот, что бросилось в глаза. Там водительский чехол снят, остальные чехлы. Руль кожаный. Ну, космолет, а не машина. Довольно неплохое состояние салона для Паджерика-то. Еще вот плюс, конечно, что он на коробке. Хотя, опять же, напишите в комментариях, кто сейчас на чем учится ездить. Народ обленился. Всем автомат подавай. А, ладно, N-Wagon, 17-й год, кастом за 565 тысяч. Ключевой доступ. Автомобиль открывается силой мысли.
один из самых популярнейших кей-каров. Стоимость 465. Рассказывай. 4-ступенчатый автомат, тахометр. 4-ступенчатый автомат, тахометр. Все. Все очень просто. Микрован от Honda. Ну давайте захватим еще филдер. Сколько стоит? Только 755. 755 тысяч, а год? Год 10, кнопка старт. Бильштейновские стойки стоят регулируемые. Ксенон. Чего еще? Что-то еще. Я думаю, вы все слышали. Пороги ТРД. В таком вот состоянии автомобиль приходит. Так, ну что, наверное, будем заканчивать на этом. Не забываем обязательно прокомментировать. И всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем хорошего вечера.